Знакомьтесь, NEC-CON. Один из самых необычных геймпадов в мире. Его главная фишка... Да, он вращается на 180 градусов в одну и в другую сторону. Вместо привычных кнопок тут А и Б, а также римский 1 и 2, регистрирующие силу нажатия. Кнопка старт, крестовина и всего лишь два курка. Разработан компанией Namco в 95-м для гоночных симуляторов PlayStation 1. Это и серия Gran Turismo, серия Need for Speed, и Wipeout, и Twisted Metal, и множество других. Поначалу управление кажется неудобным. Представляешь себе одно, но в реальности непонятна механика действий. Спасает настройка чувствительности, но и она есть далеко не во всех играх. На более-менее нормальное привыкание у меня ушло два полноценных вечера. Но освоив геймпад, более тонко чувствуешь транспорт и более плавно входишь в повороты. Неудивительно, что существуют люди, не представляющие гонки на PS1 без этого геймпада. Я такой любовью не проникся, возможно, стоило поиграть подольше, но опыт однозначно интересный. А еще тут катастрофически не хватает вибрации. В самих играх она была, но в 95-м ее еще не ставили на геймпады повсеместно.